Распаковка видеомикшера Aiden Mini Pro. Изделие долгожданное. Видеомикшер. Четырехканальный. Позволяет стримить видео со звуком на YouTube, на Facebook и на Twitch. Но это в качестве примера. Да, вообще, куда захотел, туда и стримишь. В отличие от предыдущих моделей, у этой модели есть замечательная, полезная, ценная, долгожданная кнопочка MultiView. Благодаря этой функции на экране монитора, который подключается к HDMI выходу, можно наблюдать входные камеры, потом кадр предварительного просмотра и программу. Что еще из картинок по бокам мы сейчас увидим? Может быть, перейдем к распаковке. Производитель Blackmagic. Верхняя коробка. Блок питания. Упаковано как сувенирное изделие. Адаптер. И переходник с учетом особенностей системы электропитания в каждой стороне. Мы выбираем евровилку. Так. Адаптер готов к работе. Полезных вложений в этом кармане. Ссылка на скачивание инструкции по эксплуатации. Благодарность покупателям. И прочие веселые картинки. Software Installer. Разберемся, что это такое, попозже. Этикетка Blackmagic Design. Налепи куда захочешь. И реклама Download DaVinci Resolve. Ну, насколько я понимаю, это для тех, у кого есть видеокамеры Blackmagic. А вот и сама долгожданная коробочка. Больше здесь ничего нет. Убираем. Тяжеленькая. Не скрипит. Не потрескивает. Собрано добротно. Разъемы с тыльной стороны. Разъемы для подключения
видеокамер, раз, два, три, четыре. Разъемы для подключения микрофонов, мини-джек, два микрофона. Type-C USB выход. По этому USB выходу можно подключиться, имитируя работу внешней видеокамеры. Или подключить сюда можно накопитель внешний при записи. К HDMI Auto подключается внешний монитор, и на нем после нажатия кнопочки Multiview можно будет разглядеть входные сигналы, входной, превью и просмотр. Так, ну... что в комплекте, подключить пока можем только Power. Соединительные кабели в комплекте не идут. Для первого включения достанем их со склада и сделаем отдельную видеозапись. Внешний вид, кнопка.